Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с Пельмешетором продолжаем проходить игру под названием Battle Cats. Ну а вам, друзья, большое спасибо за то, что продолжаете поддерживать меня комментариями хорошими и лайками. Без вас эти видосы не имели бы смысла. И есть хорошая новость у меня для вас, друзья. К сожалению, но все-таки так получилось, я получил нового кота под названием Ritual Cat. Я просто хотел потестировать уровень, но оказалось, что он достаточно простой, и мне удалось добыть Ritual Cat. Помните, недавно мы получили чувака под названием Salaryman Cat, по-моему, он так назывался, такой в виде колдуна. И вот сегодня появился уровень для получения его истинной формы, и сейчас я, естественно, вам его покажу, хотя зачем я иду сюда, если все равно я должен буду тестировать его в бою. Не знаю, и пойдем сразу, наверное, пройдем вот этот уровень под названием, вот этот, Salaryman Awakens. Я прошел первый левел, использовал сокровище и сразу его получил, не пришлось проходить сложность Insane. Это очень радует, что у меня есть сокровища, которые мне помогают. Потом мы пойдем проходить вот этот уровень под названием Река Стикс, и здесь я смогу получить Экспресс Кэта. По-моему, я в этом уровне уже пытался добиться каких-то успехов, но мне еще это не удавалось. Да и я сейчас, в общем-то, его не пробовал проходить. Что ж, давайте сразу в бой возьмем этого нового Ритуал Кэта. Я посмотрел его характеристики, и он, друзья, стал в два раза круче, чем был. То есть у него увеличился дэмэдж до 5000, и здоровье там до скольки, не помню, тоже в два раза, по-моему, увеличилось. Так, это редкий кот у нас. И где же этот Ритуал Кэт? Он выглядит, кстати, очень-очень классно. Мне прям зашло. Внешность его просто потрясающая. Вот он, Ритуал Кэт. Стоит, правда, довольно дорого, 1366, но, друзья, мне кажется, он того стоит, и дальность атаки у него тоже, вообще-то, неплохая. Ладно, пошлите проходить этот уровень, здесь сокровища, я думаю, смысла использовать нет, просто потому что здесь один уровень, по-любому, если я пройду его, мне дадут этого нового экспресс-кота. Я не знаю этот уровень, я не знаю, что здесь будет за враг, я не знаю, как его проходить, тем более. Но уровень довольно-таки длинный, это меня уже радует, это настраивает на хорошую позитивную ноту. Ну вот, здоровье у базы вражеской, одни шестерки. Да, по-моему, я с ним уже когда-то сталкивался. Одни шестерки наводят на мысль, что будет жестко, друзья, будет жестко. Шестерка — это число как бы дьявола, особенно три шестерки. Ни хрена себе! Вот это будет неприятно, друзья. Посмотрите, какая у него дальность атаки. Он еще понижает урон моим котам. И как с ним сражаться, я пока не понимаю. Некоторые коты, конечно, до него добираются и даже умудряются какой-то дэмэдж наносить. Но это страшно, друзья, это страшно. Очень мне пока не по себе от того, что будет впереди. Кстати, вот Ритуал Кэт. Посмотрите, какой он крутой, просто не верится. Он колдун. Он сжигает какие-то соломенные чучела. И это, наверное, соломенные чучела врагов наших. Так, вот эта свинья еще. Блин, у меня пока нету мощных котов. Надо было, наверное, подкопить денег, друзья. И купить сразу метаму, чтобы она все это дело замедляла. Чтобы она мне помогала. Давайте еще одного Ритуал Кэта построим. Он атакует классно, посмотрите. Правда, ему, по-моему, пока не удается атаковать особо. Что ж, да, тут нужна метама, друзья. Давайте накопим сразу на метаму. Если, конечно, такая возможность появится, я ее куплю. Метама с этой свиньей справится, я думаю, быстро. Остальные коты будут выступать в качестве поддержки. Метама будет его замедлять, делать все красиво, делать все грамотно. А остальные уже будут бить ему по лицу и говорить, что, ну, не надо было связываться со мной. Хотя тут как бы, ну, во все. Первый удар, сразу же замедление, свин уже дальше двигаться не может. А следовательно, и не наносит свои уроны с моим, например, Косаджизусом, которые, вон, посмотрите, они стоят и издалека его валят, и он не может к ним подойти, это очень приятно. Да, Метама, блин, ты классная, какая же ты крутая. Так еще какая-то... Это Страус, зачем же здесь Страус? Он, наверное, жесткий, да, или нет? Блин, вот то, что Метама поздно появилась, сейчас из-за этого очень близко подойдет эта голова страшная, она меня пугает и... Чё-то жестко, не хватает урона, друзья, не хватает урона, нам бы какого-нибудь еще богомутика бы сюда закинуть. Да, ну денег. Хотя, если бы я Косаджиза не строил... Да и фига! Вот это было неприкольно, вот это было прям неприятно. 97% хп у босса. Кстати, у него довольно маленький запас хп, потому что до него дошло всего лишь несколько моих котов. Кстати, продолжить нельзя, да? Дошло несколько моих котов, самых слабых, и они умудрились нанести ему какой-то урон. Это здорово, это значит все-таки надежда на победу есть. Я не знаю, стоит ли использовать вот этот бонус, потому что у меня их осталось всего лишь два. Ну вот, как бы, я пока не понимаю. Ладно, давайте сразу накопим денег на метаму. Она появится как бы пораньше. Враги, значит, будут находиться от меня подальше. Ну, давайте несколько построим все-таки спамиков. Не будем тратить на Косаджиза деньги.
И тогда, ой, откинула, откинула. Снайпер, кстати, хорошо реально помогает. Снайпер, он противника действительно очень-очень неслабо так задерживает. Так, давайте отдалим. Ну, пока просто спам, чтобы хоть как-то задерживать, хоть как-то. Ой, ну хорошо, хорошо получается, хорошо. Хорошо, он атакует медленно, в принципе. Я думаю, если пару ударов сделает наш Тасалан-Пасалан, то, ну, все будет хорошо. Все будет хорошо, друзья, я на это надеюсь. Ну, Метама почти сразу появляется. Это большое преимущество для нас. Кстати, я про выживальщиков совсем забыл. Я их почему-то не строю. Так, все, можно начинать спамить, я думаю. Начинаем спамить потихонечку. Ну, правда, вот голова близко окажется к моей метаме. И может быстро нанести урон, подойти. И как бы это будет неприятно, конечно. Но я думаю, мы справимся. Я думаю, друзья мои, мы справимся. Все должно быть хорошо. Но если нет, то я попробую зайти на кошачью Вики и посмотреть... что же можно здесь еще предпринять, что же можно подумать, придумать, и как можно с этим чувачком бороться. Че, спама мне не хватает, да, походу? Давайте еще этого построим, товарища. Или нужно было еще одного убера строить. Че-то ты близко подходишь, эй! Метамка, давай-ка замедляй-ка, ну ты чего? Дорогая моя. Давай. Селлеримен этот, ритуалка это атакует даже. Умудряется наносить урон. Хорошо, пока все хорошо. Убить свинью. Главное убить свинью. Дальше, думаю, с головой проблем не возникнет. Хотя все равно свинья умудрилась меня довольно-таки далеко откинуть к моей базе. И голова уже близко. Голова близко, это неприятно. Надо срочно убивать свинью. Дэмэдж. Все упирается в дэмэдж. Надо было, наверное, богомута строить. Ну, вон, отбрасываем. Ой, начинает наносить удары. Она начинает наносить удары. Зачем же ты так близко подошла, голова? Голова сейчас может все испортить. Черт побери, надо было набрать чуваков против оранжевых, да? Вот я как бы этого не сделал. Я пытаюсь пройти уровень своей стандартной командой. Возможно, это ошибка. Возможно, это ошибка. Я думаю, это ошибка действительно. Что там у нас по страусу? Убьем мы страуса или нет? Может быть, страус много денег даст. Касаджиза, не умирайте, не умирайте. Давайте отбросим немного. Ну, сколько этой свиньи здоровья? Че она ж такая жесткая-то? Я думал, она слабее. Ой, убили. Хорошо, хорошо. Так, давайте сразу построим вот этого товарища, чтобы наносить болючие удары. Надеюсь, он все-таки сможет пару раз ударить. Страуса, думаю, убьем точно. Страус-то больно бьет-то. Че со с этим страусом не так? Он же вроде страус белый, а белые враги довольно простые, слабые всегда были. А здесь прям очень неприятно. Кстати, мы умудрились замедлить эту голову. Очень хорошо, давай, страус. Добили? Блин, даже Тасалан-Пасалан своими ручищами не убивает страуса. Че он такой-то сильный, оказывается? Надо было не свинью бояться, а страуса, что ли? Не, все, убили. Хорош, хорош, хорош. Строим всех котов. Так, сейчас он нанесет удар. Нужно построить... Надо построить богомута. После следующего удара я произвожу на свет богомута. Давай, поехал. Давай, сделай это. Сделай, чувак. Ударь его пару раз. Блин. Неприятно, сейчас богомут отъедет. Не, ну это сложный уровень, сложный... Сложно. Я думал, я раньше свинью завалю, и как бы мы... А тут еще одна свинья появилась. Да, неприятно. Да, жестко. Интересно, сколько хп я вообще противнику оставил. Блин, ну может быть нового кота не стоит здесь использовать, смысла нет. Сейчас посмотрим, друзья, кто у нас эффективен против оранжевых. Я уже и не помню. Давненько с ними не сталкивался. Ну какую-то часть хп мы ему сняли, смотрите. Хотя мы его практически не били. Босс слабый. Вся сила здесь в его поддержке. Ладно, давайте, я зайду сейчас сюда. Я зайду сейчас сюда. Энергия закончилась, но это ерунда. У меня банки есть, могу банки позволить себе потратить. И посмотрим, нет, не сюда. Посмотрим, кого можно взять. Так, фильтр. И давайте возьмем, ну, красные, да? Против красных. Что у нас против красных? Против красных у нас не особо такие много чувачков, да? Всякие довольно слабые коты. Валькирия. Ну, Валькирия, я думаю, она здесь будет не особо крута. Надо брать что-нибудь более серьезное. Ритуал Кэт, смотрите, как, кстати, Ритуал Кэт здесь, говорят, неплохой, да? Нормально, нормально, нормально. Суши Кэт. Ну, все у меня не вкачанные из этой бригады. Из этой бригады у меня никто особо... Айс Квин Кэт. Масамуны. Сразу берем Масамуны. Масамуны силен, Масамуны я люблю. Давайте Масамуны возьмем. Хорош. Масамуны есть. Кошка есть, смотрите-ка. Точнее, это уже лисица. Ее взяли. Метама. Ну, Метама, это понятно. Балалана-Пасалана, наверное, стоит взять, друзья. Он замораживает, а это большой плюс. Это большой плюс, друзья мои. Балалана-Пасалана. Так. Давайте Балалана-Пасалана вместо кого возьмем. Я даже не знаю, вместо кого взять. Ну, давайте вместо выживальщика, может быть. Кубилан. А что делает Кубилан? Я уже и не помню. Что делает Кубилан, я реально не помню, друзья мои, не помню, что делает Кубилан. Этих я вообще не знаю, не трогаю. Кэт-машина, может быть, поможет мне. Давайте кэт-машину возьмем. Вместо кого? Вместо Касаджиза, может. Давайте вместо Касаджиза кэт-машину возьмем. Айскин возьму вместо, наверное, Богомута. Быстро он погибает слишком. Но это они все будут замораживать, я считаю, да? И какого-нибудь чувака вместо стенки я возьму, наверное, для спама.
Давайте возьмем спортмастера, может. Капитана. Друзья, я не знаю, не знаю. Ну, давайте возьмем, кто у меня тут вкачан до 30-го? Кто вкачан? Ну, давайте, может, рыцаря. А давайте вон рыцаря возьмем. Маленького, как бы, рыцаря-кота вместо стенки. Попробуем пока так, я не знаю. Не получится. Ладно, уже пойду на Вики, посмотрю, какие там стратегии есть. Не привык я к таким боям. Да. Восстановили энергию. Может быть, стоит взять вот эту штуку. Давайте возьмем. Почему нет? Всего лишь две осталось. Ладно. Ничего страшного. Сложность тут большая. Дедли. Это очень большая сложность, друзья. Но зато не придется тратить деньги сейчас на прокачку, в общем-то, базы. Я сразу смогу производить больших котов. Ой, какой малыш, посмотрите на него. Ой-ой-ой, малыш, ты куда драться-то лезешь? Ты же малыш совсем. Ты же только что, видимо... Да котеночек, это маленький котеночек. Какой он классный за счет своих размеров маленьких. Супер, малышок. Зато метаму сейчас очень рано построим метаму. Здесь спама строить не было смысла особого. Строим сразу метаму. Начинаем спамить потиху. Давайте какого-нибудь еще убера построим. Нам нужны уберы. Пока спамим обычными чуваками. Где, кстати, свинья? Я чуть не вижу свинью. Потом построю, наверное, вот эту кэт-машину. Потому что она вроде в свое время была довольно сильная и оказывала мне неплохую поддержку. Да и здоровья у него, по-моему, довольно немало. Довольно-таки много. Да, давайте построим его. О, идет, давай, он у меня вкачан, он у меня хорошую форму обрел в свое время. По-моему, он даже уже истинной формой обладает. Это здорово, это хорошо. Что у нас там еще есть по котам? Давайте сразу Ice Queen построим потом следующий. Давай, бей. Ой, долго заряжает атаку, долго заряжает. Ice Queen готово. Потом Осамунчика построим. Не, нормально, пока нормально, друзья. Пока вообще хорошо пока. Но я не знаю, сколько придется ударов нанести свинье, чтобы она погибла. Потому что, ну, живет долго. Масамуна стоит у нас 4200, да? Купим на Масамуны. Сразу будет много уберов. Будем хорошо сдерживать. Давайте сразу Масамуны построим. В принципе, слабых котов я практически не строю. Спама, я думаю, хватает и так. Кстати, рыцари-то... О, блин, мне атаку понижают. Вот в чем беда еще. Рыцари долго живут. Вы заметили, что они долго живут? Хорошо, видимо, у них здоровья много. Давайте ритуалка это построим. Почему я их не строю, не знаю. Но они быстро погибают, опять же. Ice Queen уже погибла, и кэт-машина погибла. Да вы что, серьезно, что ли? Так быстро погибли? Даже не убили еще свинью? Что-то пока не особо так хорошо получается. Блин, голова уже близко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте построим этого товарища, чтобы просто замораживать. Быстрее. У него дальность атаки неплохая. Замораживает он сильно. Давай, пэм. Правда, не того он немного замораживает. Уже этот, блин, цапля это дошла уже. Цапля жесткая. Метама, не погибай, пожалуйста, метама, не погибай. Нет, неправильный у меня сетап. Абсолютно неправильные коты у меня подобраны. Я чувствую прямо, что идет все не так, как хотелось бы. Даже свинью убить мы не можем, урона не хватает. Все, база моя сломана. Получилось еще хуже, чем в прошлый раз. Хотя котов я вроде набрал подходящих. Нет, друзья, блин, я хочу этот уровень пройти. Хочу получить нового кота. Экспресс-К 97%. Это херово вообще. Потратил только впустую бонус. Так, давайте я гляну на кошачьи вики, как этот уровень проходится. Может быть, получится что. А может быть и нет. Ну что ж, друзья, я немного изменил состав своей команды. И сейчас попробую еще раз пройти этот уровень. Возможно, у меня что-то получится, хотя я в этом немного сомневаюсь. Я сделал себе немножечко спама, прокачал своего Масайка это вот до этой формы, прокачал свою Мадам Кинг. Это тоже новый код, друзья, и получается за серию у нас 3 новых кота. Будем пытаться всем этим делом сейчас спамить, возможно, что-то у нас получится. Потому что, например, вот эта вот Мадам Кинг, у нее довольно большой запас хп, и, возможно, она будет не слабо сдерживать противника. Опять же, за счет большого количества котов, я думаю, мы будем сдерживать, по крайней мере, кабана. Может быть, что и будет получаться. Хотя Масайк это стоит довольно дешево, 240 всего лишь, у него неплохая дальность атаки, ну и кабана он будет сдерживать, я надеюсь, неплохо. Ну, до чувака до этого мы доходим, и сразу все погибают. Нам тут главное не подпустить противника, не дать кабану далеко продвинуться. Возможно, опять же, чисто количество, может быть, зарешает. Тут, кстати, еще есть вот эти Sexy Legs, но они вроде бы не особо сильны здесь. Ладно, будем пробовать, будем стараться, будем сдерживать, просто не подпуская. Ой, а что-то Мадам Кинг быстро погибает. Неужто у него настолько много хп? Масай Кэт пока здесь больше всего наносит урона. Масай Кэт, посмотрите, они добираются. И как бы хоть как-то, но сдерживают противника. Неплохо, ну.
Пробуем. Я, конечно, ну, блин, я не знаю, друзья. Нет у меня почти никакого, никаких котов, которые здесь нужны. Как оказалось, у меня нету практически никаких. Поэтому, как бы, стратегия может и не сработать. Скорее всего, она не сработает. Пока строю котов чисто из первой полосы. Возможно, хватит денег на метаму. Но что-то я как-то сомневаюсь. Наверное, стоило сначала построить метаму, потом уже производить на свет всех вот этих вот чувачков, чтобы просто сдерживать. Но пока, видите, что-то как-то не особо получается. Чё-то как-то получается вообще хреново. Но зато у нас как бы этих дофига скопилось. Кассаджиза, они урон вроде наносят неплохой, но этого недостаточно. Определенно недостаточно. Враг продвигается вперед достаточно уверенно. У меня никто никого не замедляет. И это большой-большой, друзья, минус. Хоть, ну, пожалуйста, немножечко. Давай мы победим его. Может быть, страуса победим, и тогда появятся деньги, а? Не, мадамка, это не должны были много урона сдерживать. А они как-то не особо сдерживают урон. Нет, тут получается вообще, друзья, лажа с этой командой. Херово, когда нету некоторых котов, которые как бы нужны. Херово, очень херово. Ой, ну тут вообще прям жопа, друзья, получается. Жопа. Убера не хватает какого-нибудь. Трачу деньги неправильно. Пока к этому уровню я точно не готов. Экспресс Кэт, конечно, классный очень. Я посмотрел его характеристики. Но я не могу справиться с врагом. Не могу. Я признаю свою немощность перед этим противником. И мы, к сожалению, сейчас сольем этот уровень. Да. Мне очень грустно, мне очень стыдно, но я ни хрена здесь не смог сделать. Ох. Пипец. А что если 97% хп? Я чисто, блин, с лазера наношу только урон. Что если я пойду попробую сейчас еще раз? Построю пораньше метаму? Нету, к сожалению, у меня бонуса больше на деньги. Поехали, попробуем еще раз. Неохота сдаваться. Как бы, очень хорошая, как бы, код в награду будет даваться. Давайте один раз прокачаем. Будем копить сразу на метаму. Потом буду вот этим всем уже делом спамить. Метама будет замораживать. Все должно получиться. Может быть, получится хорошо. Может быть. Ой-ой-ой. Какая же страшная... Какой страшный левел. Не столько страшный босс, сколько этот кабан. Черт возьми, не получается с ним справиться. И нету обычных маленьких врагов, чтобы зарабатывать на них деньги. Это тоже большой-большой минус. Обычно идут маленькие враги сперва, я на них немного могу как бы поднабить кошелек, насобирать войско для боя уже с мощным противником. И здесь ему кроме змейки одной ничего и не ползет. Но толку мне от этой змейки маленькой. Она особо не помогает. Но появилась метама, будем строить пока спам и вот этих вот масайкетов. Спам и масайкетов. Остальных пока строить не буду, ну кассаджизы еще будут помогать мне время от времени. Так, думаю, что-то может получаться. Чисто на спаме вот этих вот джангшай кэт, по-моему, их зовут так. И будем сдерживать. Ну, кабан здесь какой-то реально очень лютый. Очень лютый, что-то он слишком бронированный. Вроде бы они не такие сильные обычно. Здесь он прям очень-очень-очень болючий. Очень-очень неприятный. Но опять же, может, у меня из-за того, что войско не скопилось. Ну и касса джизесы понадобятся. Давай, замедляем. Метамочка. Ну, сейчас голова подойдет, вот в чем дело. Давай. Всех строим. Все равно он очень быстро атакует. Мы не успеваем столько производить войск, как он быстро атакует. Очень быстро. Не хватает войска определенно. Ну, каждый по одному удару буквально ему наносит. Видите, не хватает. Ну, голова приближается еще печально, конечно. Отбрасываем. Сейчас метаму начнут отбрасывать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, интересно, кабана-то мы хоть завалим. Если завалим кабана, хотя бы первого, за него дадут кучу денег, мы насобираем хоть какое-то нормальное войско. Построим богомута, может быть. Пока я даже не могу себе позволить. О, даже отталкиваем его иногда. Хорошо. Это, видимо, хп у него теряется. Прям радуюсь. Я радуюсь, что хп теряется. До метамы дошел. Ну как же ты, сволочь, смог покуситься на метаму великую? Как же тебя хватает совести-то? Как тебе, блин, не жалко такую красивую, прекрасную даму, как метаму? Давайте, лазер еще используем. Лазер-то хорошо. Но сейчас получается, по крайней мере, лучше, чем в прошлый раз. Я ничего не теряю, кроме как бы энергии. Но это не беда. Давайте, надо убить страуса. Хотя бы страуса. Но страусы тоже очень дикие. Я вот что заметил, страус здесь тоже очень-очень-очень-очень-очень дикие. Нет, не надо. Не атакуй. Не надо, свинья, так быстро атаковать. Ты что ж такая жесткая? Это ты что? Мы с тобой уже сколько раз справлялись, а ты все равно меня не перестаешь удивлять и очень больно бьешь. Зачем же? Давайте уже всех строить, блин. Надо строить всех. Может быть, это поможет как-то. Не надо, не подходите. Блин, голова под... О, еще одна свинья идет. Я эту еще не убила, уже новая свинья идет. Жесть, ужас. Ужас. Просто ужас. Не хватает мне денег. Надо было все-таки через уберов, наверное, играть. Ай, это жесть. Свинью даже не можем убить. Я лох. Я лох, друзья. Блин, пипец. Пипец.
97%. Ладно, друзья, пока... я уже сколько раз проигрываю, мне, блин, стыдно. Давайте попробуем, пойдем в следующий. Какой-нибудь еще уровень пройти. Тут еще у нас есть сумо, истинная форма. Давайте сумо кота попробуем получить. Уровень эксперт, это вроде бы не сложно. У меня есть сокровище, я сразу использую сокровище. Возьму свою старую добрую банду котов, к которой я привык. И сложностей быть, я думаю, особо не должно. Блин, это не те коты, которыми я пользуюсь обычно. Давайте перейдем вот сюда. Это не те коты. Я должен хотя бы один уровень сегодня пройти, потому что, ну, блин, стыдно, стыдно. Так, где у нас Касаджиза? Касаджиза, ты нам потребуешься, друг. Давай вместо вот этого Касаджиза. Потом нам понадобится, конечно же, еще... Так, ну давайте лисица, лисица у нас есть. Хайобасу давайте возьмем. Так, ну и, блин, Крейзи стенку надо. Надо Крейзи стенку. Она тут у нас находится. Или, может быть, этих чуваков взять, они неплохие тоже. Давайте попробуем их в качестве спама использовать. Почему нет, а? Все равно мы этот уровень, я думаю, пройдем, тут всего лишь эксперт. Да, нужна энергия, да-да-да, я хочу пройти этот уровень. Ох, Якозуна, Якозуна, что ж ты за Якозуна? Посмотрим, что за левел. Ну, сумо-код довольно-таки простой, да, как бы. Он слабенький достаточно. И поэтому я не думаю, что уровень на получение его истинной формы будет очень уж сложным. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, здесь вон пока идут обычные чувачки, у них мало хп, за них дают много денег, это радует, но опять же наводит на некоторые мысли, что дальше будет жестче. Так, пока больше котов строить не буду, нам нужно накопить на метаму. Давайте сразу прокачаемся немного. А вот и Сумокэт, здорово, это теперь прикольный чувак, Рисболкэт, по-моему, его зовут. Я про него слышал, Райсболкэт. Он быстро атакует, но... Ну да, не... пока довольно слабо, смотрите. Не умудряемся, конечно, ему атаковать, но все, появилась метама. Сейчас должно быть получше, построим помощнее. Он Касаджиза его бьет, по крайней мере. 480 тысяч хп у базы всего лишь. Ну, должно быть просто, должно быть просто. Спамим. Да, он даже не подходит нам особо. Несмотря на то, что у нас мощных котов нету. Даже особо и не подходит. Джамшик это прикольные. Хотя, наверное, лучше все-таки использовал бы я стенку в этом левеле. Не знаю. Если я получу сумму кэта, будет здорово прям. Прям очень будет здорово. И у меня заканчивается бонус со снайпер-кэтом. Мне прям не хочется, чтобы он заканчивался. Так мы его побеждаем, смотрите. Мы побеждаем его. Даже обычными котами метам еще не дошла. Мы его уже один раз отбросили, значит, хп у него уменьшается уже. Неплохо, неплохо, неплохо. Давай, метама сейчас начнет еще бить. Ой, так это... Ха, ты серьезно? Чего, всего лишь-то так? Это не... Я не верю, что это конец. А, тут их тир 2. Трое теперь? Вот другое дело. Другое дело. Давайте уже другое дело. Сейчас будет мощно. Хотя на метам их еще больше становится. Становится горячо, друзья, становится горячо. Я знал, что не будет так просто. Их прям целая армия уже пошла. Я знал, что не будет так просто, не могло быть так просто. Я расслабился, я расслабился. Давайте строим всех, всех-всех, кто мощно атакует по толпе. За них денег немало дает. Не, ну пока справляемся, смотрите, они гибнут, гибнут. Дошли мои мощные коты, уберы. Начинают как бы урон наносить. Враг не прорывается. Лазер... Не, нормально, сейчас уберов накопится куча, будем проходить. Вот такие уровни по мне, такие уровни я пока способен проходить. Здесь у меня больших проблем нету. Давайте даже вот этого чувака построим, чтобы вообще наверняка. Потом построим, наверное, ну, Ice Queen давайте построим. Я не знаю, почему он вообще находится в моей команде. Ее, наверное, стоило заменить на кого-то другого в этом левеле. Ой, что мы делаем? Мы эту базу сейчас сломаем даже. Даже не придется особо с рейскетами драться. Так, а вот еще, ну давайте тебя построим, замораживателя. Блин, большие красавцы, молодцы. Надо вот этого чувака прокачать до истинной формы. Нужно найти где-то, друзья, кэтфрукты. Прокачаем, тогда все будет вообще легко и просто. Так, мы базу ломаем. Ну, ломайте базу уже, ну. Че ж мы медленно-то. 4 новых кота за серию, это неплохо. 2 я прокачал, 1 я получил вне серии, показал вам. И сейчас мы получим вот этого еще товарища. По-моему, неплохо. По-моему, неплохо. Давненько не было таких успехов. Это несмотря на то, что я капсулу не открывал. Получил 4 новых котов. Пускай они не такие крутые, как хотелось бы, но все-таки получил. Но вот с экспресс к этому пока не получается. Да, смотрите, сразу получаем сейчас. True форма, смог это. Зашибись. Пошлите, сразу прокачаем. Где он находится он у нас вообще? Смог это. Смог это, это у нас где он? В редких, может? Я не помню, где смог это. Я не помню, где Сумокэт. А где у нас Сумокэт? Хм. Специальных, может быть. Мадам Сумо.
Получается, райсболка, да, как я и говорил. Неплохо, неплохо, новый код, класс. Ну а пока, друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, всем удачи, всем пока. Сорян, что проиграл. Я лошара, простите. До новых встреч, покедова.